Эй, дружище, давай проверим твою реакцию. Если ты успеешь поставить лайк и подписаться на мой канал за 5 секунд, то ты будешь учиться в школе только до пятерки. Ты готов? Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять! Да, ребята, на канале Сирена Студио вышла еще одна новая анимация «Три Хэд против акулы самолет». Эта битва просто легендарная, ссылка в описании. Ну что ж, дорогие друзья, всем огромнейший привет, с вами снова я, Слайкмаст и Дарк. И сегодня мы, ребята, снова продолжаем наш любимый эксперимент со ступеньками лестницы в игрушке под названием Гаррис Мод. Здарова, народ! Сегодня у нас, ребята, будет очень крутая серия, прямо специально, так скажем, эксклюзивная. У нас, ребятки, появился новый мультяшный сиреноголовый. Да, непонятно, что это. Вроде это мультяшка, но внешне все-таки это больше напоминает сиреноголового. Хотя все-таки есть некоторые отличия от обычных сиреноголовых. Руки, тело, да, перчатки, ноги. Это тело такое мультяшно-подобное. Угу. Сегодня мы, ребята, его будем испытывать параллельно вместе с другими сиреноголовыми, которые умеют прыгать. А именно, древний темный сиреноголовый, Dark Side Head, или же многоголовый. Новый сиреноголовый 2.0, он довольно-таки хорошо прыгает. Светофороголовый, в принципе, почему бы и нет. И робот-сиреноголовый. Короче, да, ребят, много-много интересных сиреноголовых, и сегодня наши монстры будут пытаться забраться как можно выше по ступенькам нашей лестницы. У нас есть, да, ребят, много-много ступенечек, огромнейшее просто количество, и наша задача забраться как можно выше. Но если вы, ребята, хотите, чтобы наши любимые монстры Тревора Хендерсона продолжали забираться по ступенькам лестницы и таким образом сражаться друг против друга, то давайте мы, ребята, берем на этой серии 5000 лайков, и мы обязательно еще устроим продолжение. Сразу же, ребят, видите, сверху у нас находится на максимальной ступеньке призрачный сиреноголовый, он умеет телепортироваться. Так что, ребята, взял и телепортировался на максимальную ступеньку. Ну а другим уже так не повезло, так что придется старым дедовским способом, двумя своими ногами, да, или лапами, или конечностями, как хотите, так и называйте, забираться по этим ступенечкам, и мы, ребята, начинаем. Но у нас, ребята, небольшое нововведение, даже, можно сказать, улучшение. Мы решили разукрасить наши ступеньки. Чем, ребята, выше, тем сложнее. И, видите, все разделено по разным этапам. Лайтовый этап, даже супер лайтовый, да, для ложков, так скажем. Для нубов, потом для обычных монстров, для уже более таких прыгучих, для довольно-таки хорошо, которые прыгают. Потом, ребят, секция для уже профессионалов. И это вообще секция для читеров, которые реально, ребят, либо умеют там как-то лазить прям по стенам, либо телепортироваться, либо просто высоко прыгать. Да, ребят, видите, разного теперь цвета ступеньки. Много-много, ребят, ступенечек. И мы, ребят, как обычно, сейчас с Дарком будем соревноваться, кто из нас выше заберется. Ну что, Дарк, с чего начинаем? Давай с темного сиреноголового, так скажем, вспомним. Давай вспомним, да, да, вспомним, времена. Ребят, старого монстра, былые времена. Это, ребят, монстр очень-очень старый. Так, сразу говорю, давай не лазить, а именно прыгать. Сначала, по крайней мере. Ну, давай. Так, ребят, за один прыжок он сразу же перепрыгивает на бирюзовую стадию. Да, на бирюзовые, ребят, ступеньки. Оранжевый. На бирюзовый уровень. Так, оранжевый. Так, теперь у нас желтенький. Да, надо было, кстати, желтый, мне кажется, возле синего делать. Так, желтенький. Ты намекаешь. Не, ни на что. Ни на что. Давай именно прыгать будем. Не лазим, не лазим. Давай. Я не лазю. Это хорошо. Я буду сегодня выше. А, в смысле? Ты такой высокий? Ты серьезно не заметил? А я выше прыгать уже не могу. Можно не лазить? Сейчас, подожди, подожди меня. Ладно, ладно. Да, все, полезли. Давай. Так, кто первый, ребят, кто первый? Так, фиолетовый уже стадия. Взял первый полез, а. Ребят, фиолетовый уровень. Давай. Я первый. Нет! Одинаково. Я первый. Не одинаково, смотри, одинаково. Вот призрачный стоит. Призрачный, я же говорю, он телепортировался. Ребят, а знаете, почему он тут стоит? Да, потому что он телепортировался. Он за секунду может где угодно оказаться, капец. Так что да, ему ступеньки проходить вообще. Его их даже не нужно, ребят, проходить. Так, ну чё, друзья, темный сиреноголовый довольно-таки легко справился. Да тем более, смотрите, ребят, что он может сделать. Мы это уже 100 раз показывали. Некоторые, ребят, монстры умеют лазить по стенам. Мы берем вот так вот и залезаем. Да, это наверх. Читерная возможность, очень читерная. Давайте теперь поиграем за светофора. Так, ребята, погнали. Прыжок. Ну, кстати, светофоры похуже прыгают. Прям реально похуже. Так себе... А, подожди, что, он вообще прыгает? Я застрял. Мы, Дарк, вроде испытывали, да, на ступеньках светофоров? Не помню, но я одну тебе могу испытывали, сказать точно. Испытывали, я помню ролик. Получается как-то. Серьезно, ребят, это максимум?
А, во, ну, ну как бы да. Чё, вы серьезно? Он очень странно прыгает, понимаешь? Он как-то вперед, что ли, прыгает? Вот так, да. То есть обычным монстрам нужен разгон, вот, а он, получается, нарушает законы физики. То есть, смотри, когда ты подпрыгиваешь, да? Угу. Ты как-то, не знаю, он, короче, в длину прыгает, вот. Короче, ребята, у нас немножечко сегодня другие испытания, не прыжки в длину. Ладно, да, давайте да. Светофор пропустим, все равно он как бы не сиреноголовый, он светофороголовый, да и... Мы его уже, походу, испытывали. Да, ребят, испытывали. Мы всех монстров испытывали, которые только новые появляются. Так, ребят, давайте теперь мы испытаем, например, новых сиреноголовых. Так, ребята, давайте прыжок. Хотя не. Не, что-то как-то они тоже слабо прыгают. Так себе. Ты взрываешь ступеньки, Дарк. Ты понимаешь? Лучше бы их не взрываешь. Мы, ребят, взрываем ступеньки, капец. О, залезаем. Залезаем все выше и выше. Так, давайте. Тихо. Прыжочек. Чё-то как-то наши ребята сиреноголовые слабенько прыгают. Я думал, то, что они получше будут прыгать. Угу. Ну, кстати, мы уже достигли, смотрите, ступеньки. Практически. Так, прыжок, давай. Нет. Не получилось. Что за ерунда? Не получается, ребят, все. Сиреноголовый застрял. Ты предел. Сейчас да, помогу. Застрял я. Не, ну Дарк, ну что ты мне помогаешь? Спасибо, взял меня. Ой. Ты умер? Ой. Да. Ну вот, выпендривался. Карма. Да, да, да. Он же лазить, по-моему, умеет. Кстати, да, ребят. А, не в этой стадии. О, в этой стадии. А, ну все, точно. Мы же умеем, ребят, лазить. Он мне, подождите, ребят, что-то не лезет. Помню, знаешь, какое-то лазанье было сломано. Вот, допустим, пробуй залезть на домик посреди карты, ну-ка. По-моему, да. Или, кстати, возможно, мы, ребят, ступеньки сломали, из-за этого мы не можем по ним лазить. Может быть, из-за этого? Кто знает. О, да, залез, смотри. О, ах ты читер. Сбоку я залез. Это, ребят, опять же, читерно слишком. Но, ребят, опять же, он так может сделать. Почему бы и нет? Если есть такая возможность, то почему бы, собственно, и не залезть? На войне все средства, хорошо, как говорится. Победители, ребят, не судят. Так, неплохо, ребят, неплохо. Кстати, Дарк, смотри, от урона ступеньки разрушаются и превращаются в красные. Да. Робота мы с ним недавно испытывали. Вот буквально, ребят, одна из предыдущих серий про ступеньки была про робота сиреноголового. Так что, думаю, его еще раз испытывать мы не будем, потому что он, ребят, летает, а не прыгает. Да. Предлагаю сразу же сейчас приступить к мультяшному сиреноголовому. Погнали. Ну что, ребята, теперь мультяшный сиреноголовый. Интересно, ага. Он, кстати, хорошо прыгает? Хорошо? О, да. Сразу смотрите, ребят. На оранжевую ступенечку мы залетели. Неплохо. Так. Да, действительно неплохо я обтискал. Очень даже, ребят, неплохо. О, я уже на больших ступеньках сейчас буду. Нет. Я не рядышком, больших. Я тоже рядышком. Сейчас на большую ступеньку запрыгну. Давай. Смотри, я тоже с тобой. Одинаково. Давай. Не мешай мне, Дарк. Не мешаешь. А, он не умеет, кстати, лазить. Я думал, он умеет лазить. А, все. Я буду первее. Не-не-не, даже так, не мечтаю. Так, прыжок. Давай. Так. Обгоняешь меня, обгоняешь. Да. Ты меня застопорил. Да как ты так подлобок с собой поступил? А, я застрял, блин. Из-за тебя застрял. Я упал. Я вообще из-за тебя застрял. А я упал из-за тебя. О, вылез вроде. Почему мы мешаем друг другу? Реально друг другу мешаем, понимаете? Во. Ну ладно, ребят. Сомнения до последней не запрыгнуть. Возможно, Дарк сейчас победит. Да. Не, он повыше уже не сможет запрыгнуть. Есть у меня такое опасение. Есть! Серьезно? Давай. Я упал. Ай, почти. Смогу. Мне кажется, смогу. Сейчас, ребят, просто разгончик нужно взять прям хороший. Давай, да, есть. Я победил. То ли твой выше прыгает, то ли даже не знаю что, потому что он меня так высоко не запрыгивает. Серьезно? Ну-ка. Он нет, одинакового вроде роста. Не знаю. Да, не запрыгивает, видишь. А ну-ка, давай-ка сравним. Твой что ли меньше немножко, чем мой? Да, мой меньше, смотри. Ах ты читер, сделал себе больше. А, у тебя буквально на этот, на один размерчик меньше. Понимаете, один размерчик, да, сыграл такую роковую роль. На самом деле, реально, целых две ступеньки за 2 размера? Да. Ого. Запрыгиваешь? Там же, знаешь, да, вот теперь все, у тебя вообще без вопросов. О, вообще изи. Изи, ребят. Да, блин, ты меня застопил. Ладно, я был, ребят, первый. Стя тебе. Я все равно был первый, я победил. Ура.
Что-то, ребят, сегодня серия очень короткая, мы довольно как-то быстро сегодня всех попроходили, да, за всех поиграли. За робота давайте, да, играть не будем, он, ребят, чисто летает, мы уже это несколько раз делали. В предыдущих роликах, ребят, посмотрите, если вдруг не видели, в предыдущей серии про ступеньки, там с роботами у нас целых две серии вроде было, с мультяшным котом-роботом и сиреноголовым роботом. А сейчас давайте, раз у нас это мультяшный сиреноголовый, давайте мы, ребят, раз сиреноголовых испытали, давайте и мультяшек тоже каких-нибудь испытаем. Заодно, ребят, сравним, насколько они лучше или хуже. Погнали, ребята. Воу! Я, кстати, ребят, не помню, вообще мы испытывали на ступеньках мультяшного пса против мультяшного кота. Наверное, это было очень-очень давно. Давайте мы вспомним вообще, что это такое. Мы, ребят, давненько таких старых монстров не испытывали. А мультяшный пес и кот — это одни из самых старых, в принципе, монстров в Гаррис моде. Монстров Тревора Хендерсона. Дарк, ты готов? Раз. Да, готов. Два, готов. Три. Побежали. Опа-на. О. О, что? Ты сломал ступеньки, ты что делаешь? Ладно, я пойду. В смысле? Дарк, ты что делаешь, а? Я не знаю, я просто иду. У тебя мультяшный кот решил все ступеньки сломать? Я не знаю, ничего не знаю, я просто иду вперед. Не, серьезно, ты просто все взрываешь? Да блин, да, я могу просто прыгнуть. Я просто иду вперед. О, подожди, иди вперед. Не иди вперед. Ай, да я говорю, иди вперед. Смотри, ступенька, видишь, краснеет. У тебя есть время, давай-ка ступенька покраснеет, смотри. Она цвет, смотрите, ребят, меняет. Что это такое? Что вообще происходит, а? Мы что-то не знали о мультяшном коте? О, краснеет, смотри, нагревается. Капец, ребятки. Так, ребята, мы починили вроде. Давай проверим. О, другое дело. Теперь я не читерю. Давай именно прыгать. Сначала прыгаем. Ой, ладно, хорошо. Прыжок. Кстати, пес вроде хорошо прыгает. Ах ты пес, сейчас тебя догоню. Нет, ты должен вообще-то пес за котом гнаться, а не кот за псом. Ну ладно. Ну мы же по ступенькам бежим, а тут все наоборот. Да. Так, выше, ребят, все выше и выше и выше. Так, давайте. Ой, какие вот ты песни, оказывается, знаешь. Смотри, где так, я. Так, вот сюда вот. А, ты что такой быстрый, а? Я не ладил, если что, честно. Да я видел, наверное. А, я упал вниз. Что такое? Ой, все, выше я уже не могу, мне только... Сейчас, меня только подожди. Сейчас мы тоже, ребят, максимум посмотрим. Прыжок. Ну давай. Кстати, на твою ступеньку я смогу? Да, смог. А выше? А выше уже все. Одинаково получается. Ну пока. Нет, не одинаково. Я полез. Так я тоже. Я забыл, что ты тоже лазить умеешь. Я буду первый. Я какую ошибку допустил фатальную. Ну, кстати, по-моему, кот побыстрее лазит, чем пес. Ну, кстати, не факт. Я первый. А мы можем это проверить. Давай сбоку ступенек спрыгнем. Давай. А, вижу. Я с этой стороны. Нифига себе, куда меня откинуло. Давай, Дарк, иди сюда. Одновременно начинать надо. Давай. Че, насчет три? Так, ты готов? Подожди. Готов? Раз, два, три. Одинаково. А, нет, одинаково. Но я, кстати, буду первый. Ну ты более брутально, знаешь. Я на руках так лезу, как мужик, а ты идиот, нарушающий законы физики. Да, ну плюс-минус, ребят, одинаково, капец. Больно вообще-то. Ты победил? Ой. Или мы дружим? Да. Нет, я тебя. Вот такая сегодня, да, ребят, у нас офигенная серия получилась. Мы сегодня, ребят, поиграли за мультяшного сиреноголового, за сиреноголовых и за мультяшных монстров. Как по мне, довольно-таки круто получилось. Ну а с вами были я, Слайк Маст и Дарк. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Такой сегодня офигенный эксперимент со ступеньками лестницы получился. Всем, друзья, пока-пока. И во хорошего, народ.